В этом году фермерам пришлось несладко. Из-за холодной весны и дождей посевная затянулась. В такой нервной обстановке на сельхозрынке в начале лета в Рио губернатора принял решение ввести режим ЧС в крае. И тут же по аграриям ударил рост цен на горючее. Две недели назад эту тему в Рио губернатора Виктор Томенко обсудил с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Ожидается, что дополнительные средства федерального бюджета поступят в край уже в августе-сентябре. И с учетом софинансирования из краевого бюджета потребуется и таковое. Сумма поддержки составит более, мы полагаем, 300 миллионов рублей. Правда, пока в правительстве не решили, как эффективно распределить эти средства на все районы. Аграрии говорят, что из посевной кампании Алтайский край, несмотря на все трудности, выжил с честью. Яровой сев составил более 4 миллионов гектаров. Посевная площадь технических культур впервые превысила 1 миллион гектаров. Сейчас для земледельцев наступил главный момент – уборочная кампания. По словам Томенко, если осень будет затяжной, этот сезон сельхозпроизводители пройдут без потерь. Ирина Корчагина, Николай Шелко, наши новости.